На своих экранах вы видите момент задержания сотрудниками ОФСБ жителя Кимр, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов, приготовлении к террористическому акту, публичных призывах к экстремизму. Следствием установлено, что в 2019 году 18-летний житель города Кимр изготовил и хранил по месту жительства, а также в приспособленном им тайнике огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В тот же период в районе своего проживания он нанес на зданиях и сооружениях надписи, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности. Кроме того, в апреле 2020 года в дневное время, находясь возле проезжей дороги на территории города Кимры, из хулиганских побуждений беспричинно молодой человек совершил убийство ранее незнакомого ему мужчины, используя изготовленное огнестрельное оружие. Помимо этого, в дни празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне обвиняемый планировал проведение террористического акта, направленного на дестабилизацию деятельности органов государственной власти в городе Кимры. Однако его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России. В региональном следственном комитете расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.